Их рабочие будни проходят под львиный рев и под пристальным взглядом тигров. Они легко могут заставить хищников встать на задние лапы или перепрыгнуть с места на место. Когда нет репетиции с этими животными, скачут верхом, жонглируют. Они владеют цирковым искусством самых разных жанров. Их имена знают во всем мире – братья Запашные – Эдгард и Аскольд. Обычно я дрессировщик только для тех людей, которые про Запашных мало что знают. Изначально мы с братом работали во многих конных жанрах, в качестве джигитов, жокеев, жонглеры на лошадях, акробаты на лошадях и так далее. Хищники – это уже, наверное, такой стереотипный жанр, который напрямую люди ассоциируются с фамилией Запашных. Начинали братья Запашные как дрессировщики обезьян. После работали со слонами, верблюдами. Свое первое знакомство с хищниками уже и не помнят. Они с детства наблюдали и играли с львами и тиграми. И вместе с ними воспитывались под присмотром отца, Вальтера Запашного. Он научил сыновей с вниманием и уважением относиться к хищникам. Поэтому, подходя к животному, Эдгард понимает, чем это может грозить и ему самому, и зверю. На манеже артисты четко соблюдают правила общения со своими подопечными. Адреналин и риск при этом не исключены, но у Запашных даже страх профессиональный. Это полное отсутствие паники, потому что чувство страха нам позволяет во многом совершать правильные вещи, контролировать себя и не нарушать те правила и границы, которыми продиктованы вот эти риски, куда ты сам себя затаскиваешь. Вот. Поэтому говорить о том, что я ничего не боюсь, это неправильно. Экстрима достаточно на работе, поэтому вне цирка Запашные ведут вполне размеренную жизнь. Ночью в незнакомом городе, в неблагоприятном районе, их со Аскольдом не встретить, шутит Эдгард. Лишний раз он предпочитает не дразнить судьбу. Если только дело не касается животных, здесь есть свой соблазн. Недавно имел возможность гладить одного из самых крупных хищников на планете Земля, это касатку. И тоже понимал, что передо мной многотонное животное, которое фактически может меня проглотить целиком. И трогая его, я испытывал и некий страх, и посещали такие мысли, правильно ли я поступаю. Но со мной рядом стоял тренер, которому я доверился и очень четко выполнял те инструкции, которые мне он говорил. Общаться с животными, говорит Эдгард, нужно на языке адекватности. Если знаешь возможности зверей, наладить контакт можно с любым из них или почти с любым. Вы никогда не увидите дрессировщика бабочек, потому что надо понимать, что животных гораздо больше, чем даже тех картинок, которые всплывают у нас с вами в голове. Животных очень много, и среди них очень много животных с ограниченными умственными способностями. Дрессировать черепаху, с одной стороны, скучно. С другой стороны, если задаться целью, чтобы черепаха под твоим руководством сделала что-то интересное, то и этот процесс может оказаться очень увлекательным. Чтобы понимать животных, Аскольд изучает психологию и язык тела. Эдгарду же помогает его настойчивость. Артисты-братья владеют одной профессией, похожи внешне, но не больше. На самом деле мы с ним вообще разные. Вот во всем разные. Я более усидчивый, он более такой импульсивный человек. Он иногда более решительный, например, а я более рассудительный. Но именно в таком тандеме появляются номера, которые становятся известны на весь мир. Цирк Запашные называют искусством прямого эфира. Шоу разворачивается на глазах у зрителей. И есть одна единственная возможность представить аттракцион эффектно, без дублей и права на ошибку. Помимо
Помимо собственных трюков, Эдгард работает с молодыми артистами, занимается постановкой номеров. Аскольд увлечен режиссурой цирковых шоу, съемкой документальных фильмов. Задумывается также о художественном кино. Всему свое время, пока они в цирке. Цирк я в первую очередь люблю за то, что он абсолютно безграничен в своих возможностях. Он мне дает все то, о чем мне стоит мечтать. Вот этот потенциал безграничный, он настолько не раскрыт, что не хватит многих жизней для того, чтобы его вот каким-то образом раскопать. Сегодня, вчера и завтра, наверное, у меня не поменяется мнение. Я уважаю цирк за возможность работать с животными. Это большое счастье, когда у тебя есть возможность поцеловать тигра в нос.